Итак, прежде чем мы еще, хотелось бы представить судей нашего финала. Это великолепный Осип Чебурашкин. И не менее великолепная Диана Мурни. Краудит наш финал помощник по организации наш кофтекер Ержан Джоулумбаев. И невероятный сборщик Мегамикса Магомед Баштаев. И, соответственно, в проведение данного финала я очень спонтанно передаю одному из лучших, соответственно, массовиков затейников среди спидкуперов Александру Иванчику. Спасибо. Итак, на самом деле, это мой первый финал, на котором так много людей. В Украине обычно на финалы приходят только родственники финалистов или друзья. А тут так много зрителей, поэтому я думаю, этот финал будет самым ярким за всю историю моего спидкубинга. Давайте себе поаплодируем еще раз. Ирина Добесько, первая попытка. Поехали. Эстафету принимает Дмитрий Кьюстон, вторая попытка.
9 секунд. Давайте сейчас поаплодируем этой паре финалистов. Очень яркое начало финала. И просто не верится, что эти люди в финальном зачете были на последних двух местах. 11-12. Что же будет дальше? Итак, среднее время 8.55, мне подсказывают мои ассистенты. И мы рады приветствовать следующую пару финалистов. Это Станислав Свистун. И Сергей Шитов.
аплодируем этой паре финалистов. И такими же теплыми аплодисментами встречаем следующую пару. Это Дмитрий Тергунов. И Сергей Рябко. Еще громче для этой пары финалистов. И за финальными словами мы ожидаем увидеть Алексея Жарикова. И Артема Мартиросова.
76. Секунды штраф, к сожалению. Итак, Артем Матросов, вторая сборка. По традиции мы провожаем эту пару финалистов аплодисментами. И следующая, предпоследняя пара финалистов. Дмитрий Звягинцев. И Владимир Коровин. You know, lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to the point, I can't stand.
10-62. Сейчас, и именно сейчас, мы хотим пригласить двух ребят, которые, несмотря на то, что живут очень далеко друг от друга, очень похожи. Это Андрей Че и Кан Чжунлин. Первое и второе промежуточное место. Собирать первым.
именно таким должен быть финал. Плюс 2 секунды, к сожалению, и это 75 плюс 2. Абсолютно всем участникам. Поаплодируем нашим очаровательным судьям, нашим любимым делегатам и нашему звукооператору Александру Котякову. Громче! Теперь аплодисменты нашему ведущему финал Александру Ивановичу.